У жителей Свердловской области будет возможность получить ценные подарки. Сегодня уральцам рассказали о вручении квартир и машин в рамках викторины «Опорный край», посвященной 90-летию региона. Решившие испытать удачу получат специальные карточки участников. Важно прийти, ответить на вопросы анкеты, получить уникальный номер, зарегистрироваться желательно в этот же день и сохранить анкету и вот эту карточку. Викторина «Опорный край» пройдет с 15 по 18 марта в помещениях рядом с избирательными участками. Организаторы викторины говорят, для ответа на вопросы анкеты не потребуется специальных знаний, все они будут касаться хорошо известных фактов истории региона. Каждый участник викторины получит в подарок памятную медаль к юбилею области и уникальный номер. 12 апреля номера, обладатели которых получат ценные подарки, выберут в прямом эфире ОТВ случайным образом. Среди подарков 2000 смартфонов, 20 мотоциклов, 100 автомобилей и 45 квартир.